Привет начинающим гитаристам. Именно начинающим гитаристам. Для вас отличная новость в феврале. В феврале я запускаю небольшой бесплатный курс для вас, для новичков, чтобы вы могли спокойно заниматься начальными движениями гитарными. То есть это будут небольшие упражнения, небольшие рифовые партии. Например, допустим, скажем, чтобы вам было понятно, вот такой риф. Или такой. Ну, к примеру, чтобы вы понимали именно уровень. То есть, конечно, тем гитаристам, которые уже играют какие-то там штуки, то есть им это будет, естественно, неинтересно, да и не нужно. А вот начинающим гитаристам сделаем такой интересный курс. Как это все будет происходить? Это будет происходить также по принципу гитарных марафонов. То есть, если вы уже видели мои марафоны, как проходят, то примерно будет то же самое. То есть, я буду вам присылать задания, то есть, но у меня будет одно условие. Задания будут получать не все, а только те ребята, которые будут принимать участие. То есть, те, кто будет выполнять задания. То есть, следующее задание также, оно будет раз в неделю. И у вас будет неделя для того, чтобы его выполнить. То есть, ну, в принципе, времени предостаточно для того, чтобы отработать какие-то такие штуки. Вот, в уроке будет все рассказано. То есть, как там держать, как там чего, то есть, это все делать. Вы получаете задание, делаете его. То есть, я уже потом, те ребята, кто будут участвовать, уже непосредственно в самом чате это все правила расскажу. Но получать будут задания только те, кто будет выполнять. То есть, выполнили задание, перешли в следующий тур. То есть, те, кто не выполняет, то есть, как бы, ну, смысл тогда им находиться в чате там или просто так сидеть, ничего не делать. Вот, поэтому, если вы хотите принять участие в такой движухе, если вам это интересно, именно начинающим гитаристам, welcome, записывайтесь по ссылке, которую видите в описании к этому ролику. Я надеюсь, что нас будет достаточное количество. Ребят, подключайтесь и будем бомбить рок. Всем пока!